вокалистки Натальи Брылёвой одна из главных женских ролей. В предстоящем мюзикле она играет девушку-сорванца. Репетиции идут уже месяц. За это время артистка сменила 4 платья. Образ подбирает подходящий. У нас абсолютно автономная система подготовки, да, к спектаклям, потому что мы сами делаем макияж, сами костюмы подбираем, подгоняем. Мы их шьем, конечно, но некоторые костюмы, которые нам интересны, мы делаем сами. Премьера мюзикла «Мужчина моей мечты» в Краевой филармонии состоится 23 декабря. Большая сцена пока занята другими постановками, поэтому оркестр разыгрывается в малом репетиционном зале. Оперетту для этого мюзикла написал немецкий композитор Вальтер Колла еще 90 лет назад. В середине 20 века произведение было очень популярным. Позже на его основе в Голливуде даже поставили фильм «Сорванец». Я взял как бы за основу ту музыку, которая есть, и пьесу ту американскую, которая была в Америке, и сделал как бы такой мюзикл, расширил оркестр и добавил сюда музыку американских композиторов. Сама постановка получилась весьма комичной, к тому же сюжет располагает. По сценарию знаменитый киноактер Гарри хочет расторгнуть контракт со своим продюсером, а сделать это возможно только в одном случае, если артист женится. Решено. Надо найти пожилую невесту и тут же подать на развод, чтобы уберечь свою свободу. Но у других красавиц есть свои планы на молоденького жениха. Вообще полностью весь этот спектакль, он о любви. О том, у кого какая любовь. Выразить свои чувства артистам помогают танцы, зажигательная музыка и яркий оперный вокал. На самом концерте для чистоты звучания у солистов будут микрофоны, а на специальном экране – видеоряд. Валерия Белоус, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.